Ну вот очередная авария с блогером. Бил. Имя-то дурацкое. Бил. Что за Бил? Молдаванец. Молдаванец? Ну, не молдавская фамилия, Бил. Биль. А? Биль. Биль? Ну, можно. У него 566 штрафов. И это четвертая авария. То есть человек специально все делает, чтобы его показывали. Это больные люди. Больной такой, вот это, как называется, тщеславие. По любому поводу, ну покажите его, покажите, покажите его. Такие чудаки у нас были 15 лет назад. Оденет маску клоуна, вот все на него смотрят. Ну дурак дураком, он уже умер. Но ему хотелось, чтобы его показывали. Артистом не стал, так давай где угодно будет кочевряжиться. И подрывать авторитет всех, кто его поддерживал в чем-то. Ну, еще 9 лет назад ЛДПР вносила закон о лихачах. 9 лет прошло. Сколько людей погибло на дорогах? По 20 тысяч в год. Ну, я не говорю, что все от лихачей. Мы бы сохранили жизни людей. Ну, так нельзя. А правительство внесло проект закона о повышении с 2 до 3 лет лишения свободы за вождение в пьяном виде. Это совершенно не повлияет. Если он пьет, он не будет думать, о, мне 2 года дадут или 3, пить, не пить. Мы предлагали более, так сказать, эффективные меры. Лишение автомобиля, конфискация, как орудие преступления. И высылка из города. По деревне он не будет лихачить. Там дороги разбиты. Сделают с опозданием на 10 лет.